праздничному столу хотите придумать какую-то необычную закуску, вашему вниманию хочу предложить чудесную идею, как приготовить грибы, фаршированные финиками и сыром бри, невероятное сочетание. Эта потрясающая закуска будет готова всего через каких-то 15-20 минут после начала процесса. Сладкие нотки сухофруктов с сыром и грибочками работают действительно потрясающе. Подавать к столу лучше в горячем виде, но и остывшие они остаются вкусными. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Такие ингредиенты мы будем использовать. Первым делом включите духовку. Пусть разогревается до 200 градусов. 2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте пару минут нарезанные мелко финики. 3. Добавьте измельченный зеленый лук, по желанию чеснок, розмарин. Можно также влить немного белого сухого вина. Также выложите на сковороду оставшееся масло. Через минутку снимите с огня. 4. На отдельной сковороде разогрейте растительное масло и выложите вымытые и обсушенные грибы. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Подрумяньте их на среднем огне с двух сторон. 6. Разложите по грибочкам начинку, сверху выложите по кусочку сыра бри. 7. Отправьте в духовку и всего минут через 15 грибы, фаршированные финиками и сыром бри, будут готовы к подаче. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Шампиньоны, 10-12 штук, крупные. Бри, 100 грамм. Финики, 100 грамм, без косточки. Зеленый лук, 1/4 пучка. Сливочное масло, 4 столовые ложки. Растительное масло, 2 столовые ложки. Соль, перец, специи, зелень, по вкусу. Количество порций, 10-12. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи!